Всем привет, вы на канале Crypto Crazy Man. В этом видеообзоре хотел бы рассказать о неком тестнете. Эта игра будет под названием ZooZero. Но перед началом видеообзора хотел бы порекомендовать свой телеграм-канал. Здесь будут выходить свежие вайт-листы, боксы, NFT, всякие раздачи, аирдропы, дополнения к видео. И, конечно же, кто любитель майнинга, у меня есть закрепленное сообщение. Сверху мы на него нажимаем, и мы тут и проверяем майнинг проект. То есть раз в 24 часа. То есть мы зарегистрировались и смотрим рекламку в одних из приложений. Где-то надо смотреть, где-то нет. Вводим подарочный код, который нам дает некие привилегии. И все, в принципе. Так, начнем наш видеообзор про некий тестнет. Заходим по ссылочке, будет в описании под видео, либо же у меня будет пост в моем телеграм-канале. И там будет расписано что да как, чтобы вы не запутались. Так, вам нужно тут первым делом законнектить свой кошелек MetaMask. Я его ранее не проходил, буду это делать под видеозапись. И вместе с вами буду проходить. И нажимаем на вот это вот поле, забираем что нам выпало. 10 карточек, то есть животных, которые будут нам приносить с этого проекта прибыль. То есть мы ничего не будем делать, просто зайдем и выполним задание, и нам будут начисляться наши денежные средства. Нажимаем на разнорабочих, вот это вот, тоже получаем 10 человек. Итак, мы их все забираем, вот тут у нас есть определенная редкость. Далее нам нужно будет нажать на кнопочку play. Игра немного это подвисает, потому что это бета-тест, находится он в тесте. Нажимаем animals, далее нажимаем на все кнопочки end, опускаемся ниже и все мы добавляем. Всех своих, так сказать, зверюшек. Нажимаем крестик, далее. И абсолютно по такой же схеме мы нажимаем на работников и всех их добавляем. Так, мы добавили, нажимаем крестик. Что хотел сказать по этой игре? Пока у нас вкладка будет открыта, то есть мы не закрываем ее, а просто перемещаемся по всяким ссылкам, всяких сайтов, всяким полям, и оно нам будет автоматически засчитывать нам вот эти вот монеты, пока она открыта. То есть если мы нажмем крестик во вкладке, все, игра прекращает свой сбор и не идут нам данные вот эти вот монетки. Также за эти монеты сможем потом в дальнейшем покупать персонал, то есть этих работников, зверюшек и застраивать все вот это вот поле, сколько нам места хватит. И как увеличится персонал животных, мы более зарабатываем вот этих вот монет. Но вы можете, конечно, не тратить, собирать, это дело каждого. И также эта игра обещает после тестнета возможность обмена от 300 тысяч вот этих вот ихних монет. То есть за 300 тысяч вот этих вот монет это будет эквиваленту к 1 доллару. То есть также мы тут сможем за 1,5 миллиона токенов обменять на бокс NFT, то есть при старт игры. То есть это пока бета-тестирование, здесь убирают всякие лаги, недоработки, далее будут добавления, развитие этой игры. И таким самым мы помогаем разработчикам понять, где они накосячили, так можно в принципе сказать, что им нужно добавить. И в этой игре в дальнейшем будет 3 режима. То есть где мы можем разводить животных, там спаривать их, получаться младенцы, и они тоже будут приносить нам доход. Устраивать у них шоу, потом торговать сюрпризами, где мы можем тоже обменивать животными с другими игроками. То есть все у меня будет в посте расписано, что да как. И также там немного прописал, что будет дальше. Пока игра это не платит, но стоит взять ее во внимание. Я уже насобирал на запись видео на данный момент уже около 600 этих токенов. То есть не состоит труда набрать 300 тысяч, а и 3 миллиона можно собрать. То есть в принципе 10 баксов налегке можно сделать. До 19 числа у нас еще есть аж целых 2 недели. Поэтому вам советовал бы не пропускать такую возможность и заработать без вложений неплохие денежные средства. Далее уже как она выплатит, то я вам покажу, как с этими средствами, куда, что обменивать, переводить. Всю процедуру обязательно покажу, чтобы вы заработали вместе с нами. Также не забываем подписываться на мой YouTube канал, ставить лайки, ставить колокольчики, чтобы не пропускать вот такие вот бомбезные видео о заработке без вложений вместе с нами. И как я ранее говорил, подписаться на мой телеграм канал. Там будут свежие раздачи и многое другое. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.